Думан Мухаммедкарим, бывший собственный корреспондент РТРК «Казахстан», внезапно появился на просторах Казнета и YouTube-канала ND. Он выставляет себя борцом с властью, но при этом почему-то забывает свое позорное прошлое. Думан молчит о том, что 15 лет работал на телеканале «Казахстан», где занимался откровенной пропагандой в угоду режима Назарбаева. В журналистских кругах никто не уважает Мухаммедкарима, ведь все знают, что Думан не учился на журналиста. Недоучка купил диплом через свою жену. Вот и получается, что человек, который якобы ратует за справедливость, на деле является мошенником. Купив диплом журналиста, Думан верой и правдой служил режиму Назарбаева. По архивным данным телеканала «Казахстан», Мухаммедкарим зарабатывал миллионы в 2009 году, когда курс доллара был более чем в два раза меньше, чем сейчас. Его работа на режим Назарбаева не ограничилась работой на Казахстане. Некоторое время он проработал на таком же провластном Астана ТВ. Кыскасы, коронавирустың қанша қауіпті екені айтылып жатса да, халық көшеге шығатын қоятын емес. Жаңағы сияқты сарбаздар немесе полиция қызметкерлері келіп құжаттарыңызды тексеріп жатса, түсіністікпен қараңыз. Олардың мақсаты дерттің алдына тосқауыл қою. Думан Мухаммедкарим, Алмас Жолбаев, Астана телеарнасы. На этом канале вновь вскрылась его афера с дипломом, и его сразу же уволили. Он начал активную работу на YouTube-канале ND, где обиду за отрыв от кормушки государственных денег начал вымещать через фейковые новости. После смены власти Мухаммедкарим начинает отрабатывать заказы прежней, назарбаевской власти, для того, чтобы притормозить развитие демократизации Казахстана и оказать давление на новую власть. Безработный мошенник, недожурналист, служащий клану Назарбаева, Думан Мухаммедкарим демонстративно нарушает закон и провоцирует правоохранительные органы, так как верит в то, что хозяин вытащит своего слугу. Мухтар Кабуллы, Әбілязов Мырза, бүгін недейт арнасында қонақта. Қош келдіңіз, көп рахмет. Сондықтан бүкіл ел азаматтарын орталық алаңға шығуға шақырам. Ведь именно таким образом он сможет заработать, получая деньги за информационную помощь клану, либо получить гранты от зарубежных организаций, которые всегда ищут так называемых жертв.